Здравствуйте. 20 апреля, пятница. День Венеры. Пятый лунный день с элементом дерева. День благоприятный для людей, родившихся. Вот лошади, овцы, обезьяны и курицы. Хорошо в этот день составлять договор, брать обещания, переправляться через реку, проводить обряд жабты, усмирять врага, предотвращать кражу, присутствовать на хурале, заказывать саганшукурта для спокойных и каждодневных дел, отправляться в дорогу к приумножению материального достатка. День неблагоприятный для людей, родившихся вот тигра и кролика. Не следует заводить знакомства, обретать друзей, начинать преподавательскую деятельность для посевных работ, а также проводить похороны и поминки. Стрижка волос, к увеличению скота, вещей и денег. На Верхней Березке в Сокчиндугане с 9 часов утра пройдет Жандамбахурал, с 14 часов дня Гонамша за усопших, Дынхурдугане Гомбонгарсихюсны, Деважндугане Мачурвани Сунды. Делайте добро!